Поступило предложение объединить некоторые регионы страны. Если бы Магаданскую область объединять с другим регионом, то с каким? Ну, я думаю, только с Чукоткой. Единственное, что... В чем плюс? Ну, плюс в том, что они раньше были вместе. Поэтому я думаю, что вот это самый оптимальный вариант. Хотя раньше еще был и Хабаровский край. Ну, это уже другое. Я считаю, что это не нужно объединять. Почему? Ну, потому что, скорее всего, это будет проблема в финансировании, потому что все деньги же направляются отдельно на каждый регион. Если нас объединять с остальными, значит, деньги будут направляться на весь регион, а у нас разные все-таки потребности с другими регионами. Я считаю, что это не нужно. А вы как считаете? Я считаю, что не нужно, потому что все-таки Магадан и Магаданская область довольно-таки самостоятельная область, поэтому ей нужно все окладывать в себя именно, развивать себя, и чтобы двигалось больше, лучше, быстрее. Вот. А если мы будем распыляться на все остальные области, то, естественно, здесь будет замедлиться движение обязательно. Так что я думаю, что сначала надо у себя навести порядок, а потом уже другим. Нет, не это самое. У нас Магадан нормальный. А, допустим, примерно с Москвой это... Не надо объединять. Магадан есть Магадан. Предложили объединить некоторые регионы страны. Вот как вы считаете, Магаданскую область нужно объединять с другим регионом? И если да, то с каким? С Чукотским автономным округом, как раньше и было. Вот, безусловно. В чем плюсы? Ну, во-первых, меньше чиновников будет, само собой. Во-вторых, но ресурсы совместно будут это использовать. Ну, трудно сходу сказать, но это, безусловно, понятно всем. Ведь раньше десятки лет они существовали вместе, и это было только на пользу. А сейчас два губернатора, две администрации, около пяти силовых ведомств там и тут. Вот, ну, масса чиновников. Я думаю, нет. Почему? Нецелесообразно из-за территориальной удаленности. Нет, ни с каким. Почему? Мы отдельные, мы сами по себе. Я считаю, что нет, не нужно объединять нас ни с кем. Мы самодостаточные. Ну, я думаю, что возможно, чтобы вот Хабаровск, мы и все вот это все было одно. А как вы думаете, какие плюсы будут? Ну, наверное, больше возможностей будет двигаться во все стороны. И все-таки железная дорога, я думаю, это будет хорошо. Будем ездить не на самолетах, а не на ЖД. На текущий момент не вижу никаких поводов, чтобы объединять. Как-то рассуждать более глобально не могу, простите. Ну, я не думаю, что это прям нужно на самом деле, потому что все-таки есть определенная экономическая роль каждого субъекта. Вот. Почему, на мой взгляд, раньше и разделили Чукотку с Магаданской областью. То есть я не считаю, что это прям нужно.